Всем привет из подсолнечного неба Испании. Вокруг меня тепло, 20 градусов, солнышко. А это значит, а что это значит? А это значит, что это не Северный полюс и даже не север Испании, а это город Бенидорм. Ну что я хотел сказать, одна моя знакомая, хорошая знакомая, Танечка, позвонила мне, говорит: Юрочка, поедь посмотри, в Бенидорме пасхальные игрушки поставили. Наверное, это будет всем интересно. Пасхальные игрушки. Полагаю, эта скульптура называется «Лебединая верность». Вот каким образом нужно популяризировать культуру своей страны. Тайваньский художник Хунг или Ханг установил по всему побережью, это переездная выставка, свои фигурки и популяризирует свою страну и культуру. Как это работает? Очень просто. Сегодня вечером я зайду, посмотрю, что такое Тайвань, а послезавтра я буду покупать уже билеты для того, чтобы поехать в эту страну и посмотреть, на самом ли деле она такая солнечная и красивая. Ну, я как угадал, лебединая любовь, так оно и называется, эль амор дель сисне. Этот амор 783 килограмма весит. Я и то 94. На Плаза Триангулар, там где летающие тарелки, тоже поставили игрушки такие расписные, пасхальные. Это уточки. Я ошибался, это не уточки. Это любовные птички. Одна птичка правильно стоит грудкой, а эта к этой вообще спиной повернулась. Бессовестные. Тайваньские художники олимпийских мишек. Галаксия Хунг. Это же панда. Ну, очень похоже на олимпийского мишку. И медаль повесили. Самое древнее дерево города Бенидорм. Старинный фикус. Овечка, а сверху маленький баранчик. Это Ирочка, ну а сверху, сами понимаете, кто это. Памятник трем поросенкам. Нуф-нуф, ниф-ниф и наф-наф. Наф-наф тот, который наверху, он самый злой. Ну тут наверху, который, он реально злюкинский такой же. Эта пчелка Майя говорит, все будет хорошо. Смешной верблюд или злой верблюд? Злой верблюд. Дромедарио. Я даже не знаю, что это такое дромедарио. Может, кто подскажет. Это носорог какой-то злюкинский. Ну, не такой он злюкинский. Он так красиво разрисован, что на злюкинского носорога он даже не похож. Риносеронт. Только в Тайване, по-моему, носорогов-то нет. Ну, такие точно есть. Чебурашка. И сверху у него банан. Ну, это обезьяна, конечно.
Ну, похоже очень сильно на Чебурашку. Конечно, Ниф-Нуф-Нуф и Наф-Наф на меня произвели самое большое впечатление. Овечка, маленький баранчик тоже, конечно. Если вы думаете, что это все так, нет. Еще динозавр. Вот там зверюга. Рядом с тайваньской выставкой дежурит на всякий случай скорая помощь. Потому что испанцы не привыкли к таким разноцветным фигуркам. Еще не дай бог кто-то в обморок упадет. Раньше это был бассейн теневой. Акулы здесь плавали. Тенечки, им прохладно, хорошо. Вот он. Бенедормский сальмон. Одна из главных круговых города Бенедорм. Авенида Европа. Всем, кто не знаком с Коста-Бланкой, пожалуйста, предлагаю карту, где четко, черным по белому написано Бенедорм, Альфа-Дельфипа, Лугла-Нусия, Альтея. Вот это побережье. Даже памятник этому побережью стоит. Чудесная какая аллейка. Ух! И дом Нигурыгана называется. Это просто побрестицкие ворота. Купил лотерейный билетик. Вчера проверил. Во! С покупкой нового электровелосипеда и новой камеры. Придется подождать. Всем салюдос, депортивос и 5 звезд. Вот таких вот больших.